Этот самолет предназначен для поражения важнейших целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу противника при ведении боевых действий на континентальных театрах военных действий. Ведущий группы летчик снайпер полковник Андрей Малышев, правый ведомый подполковник Александр Пыхалов, левый ведомый летчик первого класса майор Валерий Гараев. Вот они, красавцы, белые лебеди в небе, аплодируем!